Найдено недостающее звено в цепи доказательств, что производством фальшивых денег на территории Великобритании занимается Германская империя. В британском казначействе скопилось уже достаточное количество таких же вот экспонатов. Теперь мы можем без колебаний отдать приказ о производстве на территории Германии фальшивых денег, тем, чтобы сбалансировать перекос в нашей национальной экономике перекосом в экономике Германии.